Как бы где значит, таки не видно. Ребят, доброе утро всем. Хорошего дня, отличного настроения. Просыпайтесь вместе с нами. Сегодняшний день расскажем, как у нас проходит. Вообще собирались с утра в церковь. Вчера, но не пошли. Придется сегодня сходить. Сейчас маленько оденемся и покажем наш сегодняшний весь день. От и до. Я его снимаю. Да, он приручил, привет, передает, но просто смущает. Вчерашний. Да, пойдем. Сейчас приду. Ну, как вы, наверное, да, я ништяк. Есть. Красавчик. Вообще. Надо снять. Блин, все играет. Дай тебе сигары. Что он держи, у меня склады сорваться стали, да? Ништяк. Мой свежий бодрый. Доброе утро.
все. Десну маленько поцарапал нижнюю часть. Ребятки, сейчас, короче, позавтракаем, будем ребят искать, кто с кем в церковь сходить. И пойдем сходим в церковь. Вчера бы еще были планы, но не получилось. Да и говорю, что сейчас позавтракаем, да пойдем сходим в церковь. Угу. Он не слаб, да, плотничек? Или мы на подносик прям поставим? Поставим. Да и все. А что-то я думал, знаешь, что еще сыра нет больше? Есть какой тебе сыр? Ну любой, ну давай с хлебом. Беленький? Да любой вообще. Не суть. А что ты себе чай не принесла? Вообще-то все время из одной кружки пьем. Да? Забудь. Нет, думал, что. Денисов. Что? Ну, у нас Денисов какой-то. Вкусный, ну, чуть кофейки. Тебе прям все? Да, 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 вот прям, ух ты. Он еще подсох, как я люблю. Он так застыл, так скажем. Он так. А. Он уже такой мягкий вообще, по сути. Если не холоднее. Не только с одной чашкой пьем, ну давай тогда по очереди. Ну вот люди скажут, я ем, а она не ест. Скажут, ну что там, а ты кабана, она худенькая. Давай тоже пушим, ничего не знаю. Ты перед камерой сейчас начнешь. Не есть, да. Я на диете. Не-не, она на диете, она всегда такая худенькая, красивая, стальная. Блин, чуть-чуть кабанчик. Банчик. Есть как мышка. Чуть горячий. Забыл. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Ребята, кто завтракает сейчас и обедает, приятного аппетита. Или ужинает. У нас просто поздний завтрак. Выходной, потому что. Как на субботу каждый день. Еще делать такое? А если честно, еще вчера думаю, блин, хлебом ты да, спросить, нет, спросить. Купила ли вкусно все было? Ты будешь переворачивать, ты еще постоишь. Ставил ты, наверное. Ну, чуток постою, наверное. Дай глоточек. Уляжется, да? Валится, главное, чтобы не выпало. Ну что, будем сейчас уляться? Да, будем сейчас отзваниваться, кто поможет мне. Я приду полку.
Да, пока Олеся голову помоет, я ребятам позвоню, кто поможет спуститься. У нас же тут целый аттракцион. Ну, чуть дальше увидите, как мы спускаемся, поднимаемся, машину садимся. В общем, все условия, доступная среда для инвалидов, колясочников в городе Новоалтайске. Так и живем. Еще куточку. Пошли потанцуем? Почему? Ну так. Ну, а так. Просыпайся и пой. Катя не показывала, как у нас близкий парк сделали. Вот у Ривьера. Просто радужек открыть. Мы проезжали, ты показывала. Ночью, вечером, знаешь, как красиво. Они только его делали. Это делали, все. Надо, кстати, сидеть, посмотреть. Да вообще как красиво. Да. Вот бибику бы нам с пантусом. Ну, все проблемы. И большинство проблем бы отпало. Он, кстати, узнал? Не, я даже не стал заморачиваться. Что-то там... Почему не стал заморачиваться? Что-то какая-то работа появилась, надо было что-то делать и... Нет, сейчас хотел узнать. Ну вот, когда мы с тобой разговаривали, вот тут он, и что-то у меня появилось, я даже не стал смотреть, он просто забыл. Что-то пока не сильно садило дело. Mm-hmm. Мне потом... Жмирю Ромке набирал, он говорит, я не могу потом пообщаться, ну, хотел вопросы задать. Ну, угу. Да, только за порог он мутит, все это включает. Не-не-не, это не я. Они сами как-то серьезно такой тон тыкла к нам ставил. Ну, да, да, не надо тут. И у меня рука 1.10 метра, а до тумбочки 1.20 метра. Ничего не знаю, как ты это делаешь. Телепат. Что-нибудь да сделай. Мои пакости так стали в первую очередь. Да. Да, подай телефон. Все. Да, ну нет, пускай чем больше. А чем больше? Инсты, тем. Разбойте за звук. Пойдет? Да, спасибо. Малыш, ты что-то забыла. Слова, что ли? Это ты забыла? Я просто жевал и не стал перебивать. Ну, я думаю, до вечера как минимум, до обеда. Чё? Я думаю, будет как минимум до обеда работать. Ну, так а время уже? Время еще 12. Часиков до 4 имел в виду. Угу. Хорошо. Мои друзья, не устану благодарствовать. Речь моя не для слова красного. Когда к обрыву привел мой сладкий путь, в эту реку бурную не дали вы шагнуть. В эту реку бурную не дали вы шагнуть. Мои друзья,
скажу вещь редкую. Каждый шаг ваш навстречу мне мерить бы ниткою. Из этой нитки бы захочешь, не соврешь. Столько бы выткали, полмира обернешь. Столько бы выткали, полмира обернешь. Сережка, Женька, Лёшка, Венька, Валерка, Лёнька, Юрка, Колька. В церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Ведь хочу покаяться пред Богом. Не-то я всю правду расскажу. Исповедь мою прошу послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой на теле старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом. Не-то я всю правду расскажу. Исповедь мою прошу послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. Да, там, может,
Немножко. Надо посередине идти. Вот на тебя они сегодня похожи. Thank you.